Vabbè, ottà. Как бы холодно. Аня, Аня. Какие-то мушки прилетели. Садимся и настраиваемся, скрещиваем ноги, выпрямляем спину, расправляем плечи. Дышим глубоко, свободно. Спина ровная, сжимаем корневой замок. Руки складываем одна на другую, мужчин сверху правая, женщин сверху левая. Чувствуем низ живота, большие пальцы соединяем. Вдох, выдох. Раз. Вдыхаем максимально глубоко верхней частью живота. Выдыхаем. Вдох. Кладем руки на колени. Соединяем большие пальцы и указательные. Выдыхаем половину объема легких. Делаем капалабхати, пока я не остановлю.
Достаточно. Вдох. Два, три, четыре. Пять. Выдох. Раз, два, три, четыре. Пять. С выдохом наклон вперед. Задержка на выдохе и втягивание живота. Статический вакуум. Дьяна Бандха. Корневой замок. Сжат. Подбородок. Втягиваем груди, спину округляем, лопатки разводим, еще сильнее живот стараемся втянуть, смотрим межбровье, глаза направляем строго межбровье, на задержке после выдоха держим, 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 втягиваем, еще сильнее стараемся втянуть, перед вдохом делаем до выдох, живот выталкиваем, выпрямляемся, медленно вдыхаем. Задержка на вдохе. Втягиваем воздух ртом. Раз. Подкачиваем легкие. Два. Три. Четыре. Еще раз. Опять задержка. С ровной спиной. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. И задержка. Простукиваем над грудью по бокам на максимальном вдохе, выдыхаем, раз, два, три, четыре, пять, задержка после выдоха, живот подтянуть, макушка вверх, два, три, четыре, корневой сжимайте замок, пять, до выдох, вдох, свободный, восходящий снизу вверх по центральной оси тела. Выдох сверху вниз. Внимание вниз, глаза вниз. Вдох снизу вверх. Выдох сверху вниз. Снизу вверх, вдох. Сверху вниз и вниз. Так, глубже дышим. Свободно, максимально глубоко, не спеша. Раз. Свободный глубокий вдох, восходящий, нисходящий выдох. Вводим глаза влево, закрываем правую ноздрю, вдыхаем левой. Смотрим влево. Задержка на вдохе, глаза направляем в межбровье. Открываем правую ноздрю, глаза вправо, выдох правой ноздрю. Вдох правой ноздрю. Задержка на вдохе, глаза на межбровье. Открываем левую ноздрю, глаза влево, выдыхаем левую ноздрю. Задержка после выдоха, глаза в межбровье. Живот подтянут, до выдох. Вдох обеими ноздрями, глаза вверх, в межбровье. Выдох, глаза вниз, внимание внутри тела вниз. Еще раз повторяем, уводим глаза влево, закрываем правую ноздрю, вдыхаем левой. Задержка на вдохе, глаза в межбровье, обе ноздри закрыты.
Открываем правую ноздрю, глаза вправо, выдыхаем правой ноздрю. Выдыхаем правой ноздрю. Задержка на вдохе, глаза в межбровье. Открываем левую ноздрю, глаза влево, выдыхаем левую ноздрю. А дальше глаза вводим влево. Полный выдох. Задержка после выдоха, глаза в межбровье. Перед вдохом, да, выдох. Вдыхаем обеими ноздрями. Выдыхаем. Вдох обеими ноздрями. Выдох. Еще раз вдох. Прогибаемся. Грудь вперед. Подбородок чуть вверх. Вдохнули носом. Выдох через рот. Язык наружу. Тянем язык подальше. Сам на вдохе и выдохе. Стараемся языком вытягиваться дальше наружу. Подбородок прижимая к груди, глаза межбровье, спина круглая, лопатки разводим, руки на коленях, либо на полу, так что спина округлилась. И погромче сопение горловое на вдохе и выдохе. Шире рот. Стараемся на вдохе расширять горло, на выдохе язык дальше наружу. Привет. Глаза смотрят в межброви, еще пару дыханий таких, поглубже, поглубже и сильнее язык наружу. Дыхаем, поднимаем голову, тягиваем язык, подтягиваем воздух, раз, ртом два, сюрбем. Три. Сглатываем слюну, расслабляем горло. Можно пару раз глотнуть слюну. Шея выпрямляется, горло расслабилось. Выдыхаем медленно через нос. Свободно, но не быстро. Полный выдох. Да. Выдохом. Давайте до 36 сделаем сегодня два дыхания. Начинаем медленный вдох. Два. И вдыхаем. Четыре. 5, 6, 7, спина ровная, 8, до 36, 9, 10, 11, либо пополам делите 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 24, 20, 24, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 24, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, вдох, второй раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, 13,
четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать, двадцать четыре, двадцать, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать, тридцать, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, выдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать, двадцать, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять и тридцать шесть. Три свободное дыхание. Хорошо, распрямляем ноги. Стоим, стопы брось. Брюшная помпа, призгибаем колени, вдыхаем. Полный выдох. После выдоха задержка. Покачиваем. Тягиваем, выталкиваем. Переднюю брюшную стенку. Прокачиваем брюшную полость. Вдохом до выдох. Вытолкнуть живот, встаем руки вверх. Выдох. Вдох, носки руки вверх. Выдох. Вдох, носки руки вверх. Выдох. Так, второй повтор. Округляем спину, расслабляем шею. Выдыхаем, задержка, и прокачиваем. Перед вдохом до выдох. Живот выталкиваем, руки вверх. Выдох. На носки пойдем, руки вверх, вдох, выдох, вниз, вдох, на носки, руки вверх, выдох, третий повтор, да, выдох, задержка, прокачиваем, тягиваем, выталкиваем. Вдохом, да, выдох, живот. Вытолкнуть. Встаем, руки вверх. Вдох. Выдох. На носки вдох, руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один повтор. Да, выдох. Задержка. И прокачка. Тягиваем, выталкиваем ритмично. Так, перед вдохом до выдох живот вытолкнуть. Встаем. Два. Выдох. На носки пойдем, руки вверх. Два. Выдох, вниз, руки.
Да, носки, руки вверх. Выдох. О, руки вверх. Выдох вниз. Хорошо, сгибаем колени. Живот толкните вниз, потом руки на пол, живот еще ниже, присядьте. Продеваем руки изнутри и кладем на подъемы стоп сверху. Вдыхаем, стараемся прогнуться, живот толкнуть вниз. Выдох, чуть-чуть ниже стараемся присесть, выпрямить спину. Поднимаемся на носки. Выдох. Прогибайтесь, прогибайтесь, подталкивая живот вниз. Опускаем пятки на пол, выпрямляем руки, ладони смотрят вверх. Выдох. На носки пойдем. Выдох. Пятки на пол, вдох. Достаем руки, разводим их в стороны. Плечи чуть приподнимаем. С выдохом руки вперед. Тянемся. Вдох. Спина, руки параллельно полу. Колени чуть в стороны смотрят. Выдох. Вот так, хорошо. Чуть-чуть в стороны. Колени чуть в стороны и ступни, соответственно, чуть в стороны. А носки подъем. Два. Так, отлично, Дима. Прогибайся сильнее, не округляй спину. Выше плечи. У тебя спина округленная. А должен быть прогиб. Лучше выше плечи поднять тогда. Выдох. Опускаем пятки на пол. Хорошо, уходим руками в начало коврика. Но ногами в конец. Выдох. Подтягиваем колени. Локти смотрят в стороны. Ну. Подворачиваем таз. Лопатки. Разводите, опускайте как бы вниз. Выдох. Опускаемся на живот. Вдох. Носки оттягиваем. Руки перед собой. Выдох. Поднимаем руки. Вдох. Ноги на полу. Выдох. Руки вводим назад. Поднимаем выше плечи, ладони на полу, лопатки сводим, вдох. С выдохом руки вперед. Вдох. Тянемся за руками. С выдохом руки назад, через стороны, на пол. Вдох, выше плечи, лопатки. Выдох, руки вперед. Вдох. Пятки сжаты. Чувствуем мышцы вдоль позвоночника, лопатки. Выдох, руки назад. На пол. Плечи вверх. Вдох. Ногти выпрямляем. Выдох, руки вперед. Вдох. Лопатки нас туда-сюда хорошо работают. Выдох через стороны, руки назад и ладони на пол, локти выпрямились. Два. Выше плечи. Выдох, руки вперед. Два. Выдох через стороны, руки назад и на пол. Шея ровная, пятки сжаты. Два. Выдох, руки вперед. Вверх повыше. Вдыхаем. Выдох, руки назад, на пол. Шея ровная. Еще один повтор сделаем. Выше плечи, лопатки сводите.
С выдохом руки вперед. Вдох. Выдох, руки назад на пол. Вдохнули. И опускаем грудь на пол с выдохом. Руки тыльной стороной подкладываем под подвздошные кости, выпирающие тазовые. Ноги врозь. Вводим носки вместе. И приподнимаем бедра над полом. Динамично, не опуская ноги на пол. Раз, два, три. Плечи на полу. Четыре. Лопатки расслабьте. Пять. Локти на полу лежат. Шесть. Девять. Десять. Стопы прижимайте друг к другу. Делаем. 20, 40, 41, 42, 43. Чувствуем ягодицы не спины. 46. Еще 4 раза. Раз, два. 3 и 4. Подняли, выпрямили носки, оттянули. Вдох. Колени выпрямили, плечи прижимаете, локти к полу. Выдох, ноги выше, шире. Опускаем их на пол. Шире коврика, носки на полу. Выдох, подвернули таз, отжались. Выталкивай вверх поясницу. Вдох. Отходим руками к ногам. Выдох. Уходим наклон. Либо руки на полу. Такой вариант. Контролируем глубину наклона. Либо беремся за пятки руками. И опускаем голову вниз на пол. Расслабьте плечи, спину. Внутренние поверхности ног. Так. Дыхаем. Выдох. Выдох. Поднимаем голову. Вдох. Выдох. Шея ровная, спина параллельна полу. Вдох. Выдох. Позволяем крови оттечь от головы плавно. Отталкивайте живот вниз. Копчик вверх поднимайте. Хорошо, встаем. Вдох, ноги врозь. Так, руки на талии. Выдох. Наклоняемся к левому колену левой рукой, правую руку вверх. И потом влево потянулись. Правый бок, правая поверхность шеи вытягивается. Левая рука держится за колено, либо чуть-чуть ниже. Ладонь вверх, Дим. Чуть уже ноги можно поставить.
Что у тебя там болит? Все? Плечо назад, назад, вытягивайся. Ушная. Локоть старайтесь выпрямить. Хорошо, поднимаем руки вверх, встаем. Вдох. Выдох, рука вниз. Вдох, в прямом положении. Выдох, вправо наклон. Левая рука вверх. И вытягиваем. Вставим. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выпрямляйте локоть, вытягивайте за рукой. Левое плечо поддавайте назад, подворачивайте таз, правое чуть вперед. Еще раз вдыхаем. И выдох. Поднимаем руку вверх. Вдох, вытягиваем. Доброе утро. Доброе. Опускаем руку вниз. Сейчас испугал меня. Испугался я. Неожиданное появление. Вдох, руки вверх. Подтягиваемся, прогибаемся. Тянемся за руками. Легкий, приятный прогиб, чтобы поясница не болела. Подворачивайте таз. Выдох, руки вверх. Ставим с собой вместе. Вдох. Так, лучше начать коврика. Правую ногу берем за большой палец. Правой рукой, левая у нас на талии. И уводим в сторону. Вдох. Опора нога чуть-чуть присогнута. Без напряжения в колене и без выворота его в обратную сторону. Хорошо. Делаем. Выдох, держим баланс. Грудь вперед, макушка вверх. Дыхание. Выдох. Вдох, еще раз. Выдох. Хорошо, сгибаем. Пойдем я либо в полу, не полу, выше колена на бедро. Руки в стороны. Живот вниз, присогнули опорную ногу. Прогнулись. Выше, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Можно выше, можно вот такой вариант, если тяжело совсем, вот так. Вдох, прогиб в спине, чуть присогнута опорная. И постепенно опускаемся ниже, еще раз вдыхаем. Опускаем руки на пол и распрямляем опорную ногу, насколько получится. Расслабляем шею. В идеале руки смещаются чуть назад, и мы полностью уходим в наклон, дотягиваясь лбом до ноги опорной. Да.
Дима, может это делать, если... Можешь сидя попробовать это делать. Если что-то там у тебя не так. Стоим, стоим. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, проходим руками вперед, стопы вместе. Сгибаем колени, выныриваемся. Вдохом. Выпрямляемся. Выдох. Окошко вверх. Вдох, в ровном положении пару дыханий. Выдох. Хорошо. Другая нога. Берёмся за большой палец и выпрямляем ее вперед и в сторону. Держим баланс. Выдох. Вдыхаем. Выдох. Хорошо. Опускаем на колено, на бедро, вернее, выше колена. Прогибаемся и руки в стороны, предгибаем опорную ногу. Два. А? Сильно низко не сядешь, так чтобы прогиб чувствовался. И чтобы, ну, не вот так, но так ты и вряд ли сядешь. Во, у тебя хорошо. Спина параллельно полу, да. И колено согнутой ноги верхней ниже. Стараемся опускать. Дима, прогибайся в спине. Живот должен лежать на бедре. Еще раз вдыхаем. И выдох. Спина прогибается без округления. Хорошо. Руки повыше. Опускаем их теперь на пол. И наклоняемся к опорной ноге. Вот. Выдох. Достаем. Выдох. Раздох. И выдох. Хорошо. Проходим руками вперед. Стопы вместе садимся. Два. Выдох. Ноги согнуты. Правую берем, выпрямляем перед собой. Два. И вводим в сторону. Выдох. Точно так же, как мы делали стоя, только теперь сидя. Стараемся ногу выпрямить.
Второй рукой держимся за ногу, подталкиваешь живот вперед, макушка тянемся вверх, хорошо, распрямляйте. Выдох. За палец держаться, за носок, либо за пятку. Выдох. Вдох. Вдыхаем утро. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо, кладем ногу опять сюда, ложимся на спину, правую руку продеваем вот в отверстие между ног, левая снаружи, подтягиваем к себе обе ноги, держась за голень левой, подбородком тянемся вперед, голова приподнята, вдыхаем, левый носок у нас оттянут, а правый натянут на себя. Дышим. Ближе, ближе, ближе к себе. Подтягиваем, чтобы до груди дотянулась голень правой ноги. Выдох. Два. Выдох. Два. Выдох. Вдох. Еще раз. И выдох. Хорошо, опускаем затылок на пол. Так, левую ногу тоже стопой на пол. Правой рукой опять беремся за носок. Ногу вверх. Право. Левая рука у нас на тазу с левой стороны, чтобы ягодицу опускать вниз, чтобы она не поднималась. А правая нога постепенно опускается, опускается, опускается. Левую можно выпрямить. Вдыхаем, ягодицы на полу. Может быть присогнута нога правая. И постепенно она должна выпрямиться. Держим за носок, либо за пятку. Подколенные тянутся очень хорошо. Внутренние поверхности ног. Это все должно вытянуться для, в том числе, шпагата. Два. Выдох, старайтесь расслабляться в вытяжении. Вдох. Выдох. Вдох, еще раз. И выдох. Хорошо. Вводим ногу. И пойдем. Опа. Опять летят. Так.
Левую ногу берем за носок. Правая за колено, уводим левую ногу в сторону. Грудь вперед, макушка вверх. Колено распрямляем, расслабляем зону, где тянется нога у нас. Отдавайте живот, солнечное сплетение чуть вперед. Вдыхаем. Выдох. Два. И выдох. Чувак к лету готовится, наверное. На море, наверное, едет. Молодец. Сейчас вздыхаем. Это, по-моему, его иногда вижу. Значит, он регулярно занимается. Выдох. Хорошо, пойдем на бедро. Ложимся на спину. Продеваем между бедер одну руку, вторую снаружи. Беремся за правую голень и подтягиваем к себе максимально левую голень груди. Голова приподнята, подбородок прижат к груди, тянемся макушкой вперед, дыхаем. Правый носок оттянут, левый носок натянут на себя. Выдох. Гладко тазобедренную. Зону расслабляем ягодицу. Выдох. Вах. Шея спереди напрягается. Голову держим приподнятой. Выдох. Еще раз вдыхаем. Выдох. Хорошо. Опускаем вот затылок. Беремся левой рукой за левую ногу. Выпрямляем лежа ее в сторону. Правая нога может остаться согнутой, если вам так удобно. Рука на тазу лежит справа. Либо ногу выпрямляем. Если так тоже получается. Ягодицы на полу. Выдох. Вдыхаем. Выдох. Два. Выдох. Два. Выдох. Расслабляете, где идет вытяжение. Подколенная зона. Боковая, внутренняя боковая поверхность ноги. Еще раз. Вдыхаем. Mm-hmm.
И выдох. Хорошо, поднимаем ногу. Исходное положение. Подъем. Упираемся. В начале коврика ногами уходим назад. Носки ставим вместе. Делаем вдох. В этом положении выдох. Лопатки разводим. Таз подворачиваем. Вдыхаем. Выдох. Когда добыча бежит, собаки решили, что не могут ее пропустить. Опускаем грудь на пол. Колени чуть вперед, представляем на спине, прогиб, ладони под плечами. Хорошо, копчик вверх. И подвернуть таз, чтобы прогиб ушел у нас выше из поясницы, чтобы мы не висели на пояснице. Поднимаем правую ногу, сгибаем ее в колени, носок оттянут. Вдыхаем. Грудь и колено на полу сейчас. Выдох. Таз стараемся закрыть. И поднять повыше бедро. Согнутые ноги вверху. Вдох. Выдох. Хорошо. Поднимите колено. Вдох. Подбородок на полу остался. Грудь чуть-чуть приподнялась. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Опускаем опорную ногу. И вторую. Вдох. Передняя поверхность шеи интенсивно вытягивается. Выдох, поднимаем другую ногу. Носок оттягиваем. Колено на полу. Вдох, бедро повыше. Грудь на полу. Выдох. Зажимает сзади, да? Сделай вот этот с прямой шеей. Просто скорпион. Приподнимаем колено. Вдох. Выдох. Таз старайтесь подворачивать, прогибаться выше. Еще раз вдох. Грудь чуть-чуть приподнимается над полом. А подбородок на полу. Выдох. Вес в основном у нас на руки уходит. Опускаем ногу. Вдох. Отталкиваем пол. Выдох, опускаем голову вниз. Оттолкните пол. Округлите спину. Вдыхаем. С выдохом правую ногу подтягиваем к межбровью. Вдох. Тянемся лбом к колену, коленом к лбу. Выдох. Нога приподнята над полом. Еще раз вдох. Пол отталкивайте руками. Выдох. Опускаем ногу. Вдох. И другая сторона тоже. Самая левая нога теперь к межбровью с выдохом. Вдыхаем. Выдох. Вдох. И выдох. Опускаем. Вдох. На спину ложимся. Выдох. Беремся за носки, либо за пятки ног. Голова приподнята, подбородок прижат к груди. И разводим ноги в стороны. Дышим. Ну.
Выдох. Голова приподнята. Подбородок прижимается к груди. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ниже, ниже, ниже. Постепенно ноги расслабляясь. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо. Вводим носки. Вдох. Затылок на пол. Носки вместе колени врозь. Локтями отталкиваем и затылком пол. Шея ровная. Вдыхаем. Сжимаем корневой замок, глаза в межбровье. Выдох. Тыльной стороной подталкивайте бедра вниз. Вдох. Она смотрит в межбровье. Выдох. Выдох. Еще раз вдыхаем. Сильнее локтями отталкиваем пол. Выдох. Опускаем затылок на пол. Не спину на пол. Опускаем стопы, ставим врозь. И поднимаем ягодицы, голову, плечи, локтями отталкиваемся. Вытягиваем спину. Поясницу на пол, пальцы переплетаем, толкаем сзади, затылок вперед. Вдыхаем. Вот нажимаете локтями голову. Выдох. Включаете пресс, сжимаете корневой замок, приподнимаете ягодицы, вытягиваете шею. Вдыхаем. Еще толкайте. Шейка, голову вперед. Выдох. Меняем пальцы в замке за головой. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох, еще раз, еще сильнее, голову вперед, пресс напрячь. И выдох. Хорошо. Раскатываем спину. Затылок на пол, руки в стороны. Вдох, левую ногу. Выпрямляем. Смещаем таз вправо. Левой рукой за правый носок. И с выпрямленной ногой скручиваемся. Левая в левую сторону. Правой ногой. Два. Таз смещен вправо. Противоположную от скрутки сторону. Выдох. Два. Выдох. Два. Выдох.
Лах. Выда. Вдох до 8 ударов. 2. И вдыхаем. 4. 5. 6. 7. 8. Пауза. Выдох. 2. И 4. 5. 6. 7. 8. Пауза. Вдох. Еще раз. 2. И 4. 5. 6. 7, 8, пауза, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пауза. Хорошо, выходим из этого положения, таз по центру. Правую ногу выпрямили, левую согнули, смещаем таз влево. Правой рукой за левый носок. И выпрямляем левую ногу. Теперь с правой стороны сместим противоположную осу. Левое плечо на полу. Смотрим на левую руку. Выдох. Вдох. Выдох. Два. Выдох. Два. Выдох. До 8 вдыхаем. Раз, вдыхаем. Два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Пауза, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пауза, еще раз 8, вдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пауза, и выдох, 2, 3, 4, 5, 6, много раз отправляем, 7, 8, пауза. Выходим из этого положения, разворот в центр, таз по центру, обнимаем ноги и покачиваем. Вот, крест до лопаток, и наезжай на шею, не садясь. Хорошо, садимся в вирасана. Убираем икроножные мышцы наружу. Ягодицы на пол. Вот, руки за спиной, опираем пальцами назад. И с выдохом прогибаемся, выталкивая лопатками грудь вперед. Подбородок вверх, передняя поверхность шеи вытягивается, вдыхаем, ягодицы на полу. Выдох, хорошо. Вдох. Выдох. Вдох.
Не выдох. И еще раз вдыхаем. Открывая грудь, выталкивая лопатками ее вперед. И выдох. Лопата в межбровье. Хорошо. Поднимаем голову, вытягивая за подбородком. Вдохнули. Руки перед собой. Отъем. И уходим в Паттанасану. Выдохом наклон. Переплетаем руки. И вытягиваемся. Вдохнули. Ослабляем от пяток вверх икроножные мышцы, хил, икроножные мышцы, подколенные, сухожилия задней поверхности бедер, ягодицы, спину расслабляем, поясницу, лопатки, плечи, шею, вся линия расслабилась, вытянулась, меняем руки в замке, другая рука сверху. Вес больше на носки, колени можно присогнуть, если нужно, так, чтобы живот обязательно был на бедрах. Выдох. Вдох. И выдох. Лопатки хорошо расслабьте, шею и плечи, поддавая вес на носки больше. Хорошо, вытянулись. Расплетаем руки, сгибаем колени, плавно садимся на пол и ложимся на спину отдыхать. Раскатываем спину, пятки выталкиваем. Руками приподнимите голову, вытяните шею. И помассируйте лобную часть головы. Массируем. Массируем хорошенько. Проминаем лобную часть головы. Хорошо. Пойдем руки вдоль тела, ладонями вверх, пошевелите плечами, расправив лучше грудь, пошевелите тазом, расслабив лучше тазобедренную зону ноги, при этом вытолкните пятками от себя, носки в стороны, делайте глубокий вдох и с выдохом отпустите дыхание, полностью расслабьтесь во всем или раскатанном по полу. Находим внимание. По телу снизу вверх. Расслабляем нижние конечности, расслабляем верхние конечности. Туловище. Заднюю поверхность туловища проходим от ягодиц вверх. Расслабляем позвоночный столб, мышцы вдоль позвоночника.
лопатки, поясницу, широчайшие мышцы спины, трапециевидные мышцы, основания шеи, вся спина расслабляется. Переднюю поверхность туловища расслабляем. От области паха вверх проходим внимание. Расслабляем низ живота, брюшную полость, солнечное сплетение, грудную клетку, межреберные мышцы, ключицы, грудь. Правый бок и правую подмышку расслабляем, потом левый бок, левую подмышку, плечевой пояс, заднюю поверхность шеи, переднюю поверхность шеи. Вся голова расслабилась. Затылок, макушка и темя, все лицо, все мимические мышцы на лице. Скулы и корень языка расслабьте, дыхание станет легче, приятнее, свободнее. Вся голова и все лицо расслабилось. Мимические мышцы на лице расслаблены. Расслабляем головной мозг, глаза. Еще раз нижние конечности от пальцев ног до тазобедренных суставов проходим внимание. Расслаблением верхней конечности от пальцев рук до плечевых суставов, туловище по задней поверхности от ягодиц до шеи и плечевого пояса, передней поверхности туловища от области паха до горла проходим, голова расслаблена. Равномерно распределяем внимание во всем теле. Ощущаем поверхность кожи, вдыхаем, наполняемся белым светом, со вдохом через поры кожи, с выдохом расслабляемся, тоже через поры кожи представляем выдох. С выдохом избавляемся от всего ненужного, от того, что беспокоит, тревожит или болит. Вдох, наполнение, зарядка, белый свет через поры кожи по всей поверхности тела впитывается в нас. Выдох, избавление от ненужного, расслабление, легкость, покой, тишина, ощущение полета. Еще раз вдох, наполнение, белый свет, сила, энергия наполняет все тело, выдох, через поры кожи, расслабляемся, отпускаем ненужное, то, что беспокоит, тревожит или болит. Чувствуем легкость в теле, ощущаем одежду теперь на себе, пол под собой, воздух вокруг себя. Сжимаем, разжимаем кисти рук. Пальцами руки, ног шевелим. И с очередным вдохом подтягиваемся, вводя руки за голову. Вытягиваемся. С выдохом переворачиваемся на правый бок. Изгибаем ноги в коленях. На боку делаем вдох и выдох. Садимся. С очередным выдохом принимаем положение сидя с скрещенными ногами, прямой спиной, плечи расправлены, макушка вверх, сжимаем корневой замок, подтягиваем живот ниже пупка,
Вдох, выдох. Глаза смотрят в межброви, ровная линия отстроилась от промежности до макушки. Вдох, выдох. Спина ровная, ровный стержень, по которому мы дышим снизу вверх, внутри тела. Восходящий вдох, и по этому стержню с выдохом опускаем внимание и ощущение вниз. Еще раз вдох, снизу вверх, сильнее корневой замок сжимаете. И как бы лучше вытягиваетесь макушкой вверх. Глаза в межброви, выдох, глаза опустились вниз. Внимание, внутри тела опустилось тоже вниз. Поднимаем руки вверх, подтягиваемся со вдохом. Лопатки, плечи выше, тянемся выше, довдыхаем, еще. И выдох, опускаем руки вниз. И намаст. Здорово. Хорошего дня. Завтра всем. Пока.